Друзья, всем привет! Скоро праздник, вот у меня уже новогоднее настроение. Сниму, потому что колется. Я уже всем купила подарки. И, в принципе, такая интенсивная работа моя, какие-то странные моменты, нюансы. Вон, видите, покрасилась, постриглась, закончились. А вот я сделала то, что от меня зависело. И в ближайшее время до Нового года и где-то аж там до середины января я буду отдыхать, записывать спокойные видео в нормальном режиме, отвечать на ваши вопросы. Вот такой план. А самая ближайшая неделя, ну, сами понимаете, Новый год, праздник семейный, встречи с подругами, всякие танцы, выставки, в общем, культурный досуг. А сейчас время напряженное в силу целого ряда событий. И у людей страдает здоровье, психика. Некоторые люди спасаются тем, что употребляют спиртное в непомерных количествах. Кто-то там срывается, орет на близких, кто-то еще что-то. То есть у многих людей встает вопрос, как все успеть и не выгореть, как успеть подготовиться к празднику достойно, как выбрать подарки. На тему подарков у меня было видео очень хорошее на канале, поищите про Новый год, да? А что же делать в такой ситуации, когда едет крыша, когда все сходят с ума, ты не понимаешь, что происходит? Ну, как я люблю говорить, выбирает, конечно, сам для себя, какой у него будет дракона, лося там или лоха, извините, пожалуйста. Но я бы всем рекомендовала вот Лотман «Письма о добром». Какие тут освещены вопросы о русской природе, сады и парки, о памяти, память культуры. Очень хорошая книжечка, да, такая жизнеутверждающая. Вправляет мозги. Сейчас в наши дни такого контента очень не хватает. Спасибо за внимание. Я сделаю маленькое исключение. Это видео будет не только на YouTube, но и... Хотя нет, я для телеграм-канала другое запишу покороче. Все. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк. Если я вас раздражаю, если вам не нравится, вы не понимаете, вы не согласны, ну, извините, но скатертью дорожка. У меня времени на дурачков нет. Если вы нормальный человек, вы давно меня знаете, вам что-то может быть полезно, пожалуйста, обращайтесь. Обязательно договоримся, но опять же не бесплатно, не в 5 утра, не в 2 часа ночи и так далее. Спасибо. И повторюсь, у меня также есть страница ВКонтакте, ссылка есть в описании канала, и у меня есть Телеграм-канал и WhatsApp. Ну, WhatsApp номер я всем подряд не даю. Все, всего доброго и с наступающим. До Нового года еще выйдет много роликов.